пивун сидит на вершине столба. Вот там его еле видно. Потому что он сидит прямо на кончике, вот там только хвост выглядывает. И вот он всю ночь поет. Я не удивлюсь, если у него там гнездо. Потому что я смотрю, там что-то торчит. Не знаю, провода или солома. Но что-то там торчит. А сейчас он чирикает, как воробей. Вот они будут все лето петь, эти птички. Их много здесь. Ну, не соловей, потому что крупнее соловей маленькая птичка. Это довольно крупная. Поет красиво. Можно заслушаться. Вот зацвело дерево. Прошел дождь, и это дерево зацвело красиво. Такими красными цветами, как гранат. Как гранатовое дерево, очень похоже цветы. Идиллия, да? А вот сидим взаперти. Третья смена начинается.